привет! С вами Ангель Снайк. Мы продолжаем прохождение за Российскую империю. И у нас с вами атака на шведский экспедиционный корпус неподалеку от Або, в районе Або. Надо было, кстати, сохраниться перед началом битвы. Так, ну что, народ, погнали! Ой, блин, по арте надо стрелять. Что, догадаются? Нет? А, у них вот батарея здесь. Обалдеть. Ну вот крысы. Ладно, хрен с ней. С батареей давай. Оу! Не понял. Че-то она у меня так странно себя повела. Давай, драгуны. А, ну и что, наступать надо? Что я могу? Что я могу сказать тут? Они же будут сейчас... Ну, началось, блин. Да, мы, конечно, на батарею не пойдем всей толпой. Бегом. Попробуем их огонь сосредоточить на себе. Бегом. Блин, бегом. Генерал, херня. Слушай, ну вот это, конечно, неприятно, то, что здесь произошло. Но у нас есть козырь, и мы его обязательно используем. Бегом. Бегом. Козырь в том, что их пушки не могут подвинуться. Их пушки не могут подвинуться, а наши... Можно спрятать уже. Долго ходите. Приближаемся. Все время бегом. А что это такое? Что мы двигаемся так? А вот и друг, вот и гости к нам. Ах, дебилы, блин. Какие же вы мудаки. Да, ладно, ладно, мудаки. Беру свои слова обратно. Ничего удивительного, все как при Бородино. Подавляющий огонь артиллерии, врага. Догоните. Догоните, что ж теперь? Да, с их стороны, конечно, это было... С стороны наших солдат это было жестко так. Дождаться до последнего, потом начать стрелять. Тем не менее, вперед. Лучники помогут. Давай по центральной вот кавалерии надо отработаться.
Все, мы прогнали генеральский юнит. Вот край, край вражеского отряда у нас оказывается прямо сбоку. Убит генерал, да, все верно. Их отряды сейчас буквально ходят по краю. Лучники, лучники, мне кажется, будут добивать нас. Все, эти в мешке. Наши начинают со всех сторон. Они, конечно, догадались. Блин, да что вы за люди? Все, начинается опять атака, вот конница, допустим. Да. Сложно воевать, когда. Когда против на против вас именно стена. Стена пехоты. Стоп, погоди-ка. Ну-ка давай бегом. А, нет. Так, бегом вы сюда. А вы как раз сюда. Сейчас посмотрим, как они будут стрелять, когда мы спрячемся. О, ни хрена себе. Ни хрена себе выхлестнули. Блин, что-то я проворонил. Да. А, прямой удар по... Прямой удар конницы не выдержали наши ребята. Что ж, бежим. А мы возвращаемся. Быстро бегу сюда. Да, добьют. Здесь добьют. А, здесь успели расположиться. И начинается перестрелка от обороны. Что там наши кони? Что у нас там наши? Мне кажется, здесь уже куча навален трупов. Нет. А, контратака. Бегом, помочь надо. Так, тут наши помогают. Нашим помогают. Ха. Не выдерживает. Конец хорошо прессует в этом моде. Мне нравится, как она прессует здесь. Бескомпромиссно. Кони тоже не выдержат долго. У нас тоже есть чем их размять. Нет, сейчас они побегут. А мы опять же займем позицию. Мы, ребята, упорные, мы займем. Не стрелять, коней добьем и потихоньку будем двигаться сюда. О, пацаны проснулись. Здесь, я думаю, конечно, можно прессовать уже начинать. Ух ты, смотри-ка, что бегают. Попробуем сзади конницы. Ой, прорыв конец. Ну тогда уж давай, бей. Тогда уж гаси арту. Вы давайте в рукопашку. Так,
Да уж, давай в рукопашку. Раз такая пьянка пошла, драгуны прорвались, то я думаю, здесь везде уже можно атаковать. Так, главное... Да, здесь сейчас ударим кавой. Да, атака здесь прямо сходу. Кстати, это наша артиллерия здесь закидывает. Надо им гуманить их маленько. Так, вырубили нашу конницу. И стоит вопрос, не слишком ли оптимистично мы... Не слишком ли оптимистично мы побежали в атаку рукопашную. Ну, давайте проверим, слишком или не слишком. Бегом. Попробуем также через эти борты перескочить и занять новую огневую позицию. Да, интересная битва в плане использования. А мы еще даже подключали гренадеров. В плане использования вот этого вот местности. Да, нормально наши успели, там кто-то даже перезарядился. Ну вот это, конечно, безобразие. Выхлестнули. Продолжаем атаковать. Я думаю, да. На рукопашке с тыла. А здесь бы я тоже вдарил с тыла. Ну и все, и пошло средневековье. Догоняем, лучники. Все, пошло средневековье. Medieval 2 Total War. Нерке Вермланд. Пехотный полк. Дальге Регимент. Даль Реджимент. Но им от этого не легче. Так, сюда каву надо подогнать. Свободная кава. Итак, итоги боя. 1200 потеряно у нас. 1900 у них. Да, ну я серьезно арта поработал, я так понимаю. А, линейная пехота больше всего потеряла. Это, видимо, кого конница прессанула там, но мы... Потеряно больше всех. Да, линейные пехоты потеряли. Ну вот они атаковали, потому что, естественно. Ну и при том, что они убили больше всех, получили погоны. Арта, я думаю, не очень хорошо здесь сработала. Ну, у нас тут как бы и бояться-то больших цифр не стоит. У нас же... Как сказать, у меня же здесь и отряд стоит максимальный. Самый максимальный, то есть тут вообще. Если у нас 1200 потерь. У нас 1200 потерь, а один отряд 400, а порой до 450 человек, то что тут удивляться. А, что ж, теперь ходим, да? А, у нас в Америке же там. Англичане проснулись и... Да, слушай, серьезные здесь пацаны.
Серьезные здесь пацаны, нам бы, конечно. У нас-то вообще ложки так себе. Может ломануться в обход. Куда-нибудь в лес. А если наклонят нас, нагнут. Нет, по-моему. Блин. Надо отойти. Мне кажется, тут нужны. Тут нужен найм людей еще, а лучше три пушки вообще взять. Восстание, где это? А, ну да. Но это мы уже видели, я не знаю, вот. Гренадеры командуют. Может взять армию, да все-таки покрошить. Мне кажется, можно покрошить. Кто у нас может быть? Гренадеры. Первые ряды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, можно, можно. Давайте-ка с восставшими разберемся сходу. Я думаю, нет смысла здесь оставлять. Еще на один ход. Блин, лес там. А! Блин, да ты что? Ты гонишь, что ли? Блин, вот засада. Так, минус один отряд, прекрасно. Ладно, хоть не с генералом так произошло. Ох. Ладно, надежда на арту у нас есть. Сохраняемся. Блин, вот я дал джазу, взял один отряд. Отправил просто так. Хрена себе. Погнали. Ну что ж, арты нет, атакуем. Я поставил маленько, вытянул своих. Несколько отрядов в резерве. Гренадерчики, конечно, могут помочь. В резерв. Основная пехотка здесь. Потом будем работать вот... картечи. Достаем. Кальмар Реджименты. Они хотят засесть. Я вижу, гренадеры идут. Нарки. Так, у них здесь тоже есть наемники. Так, Regiment of Foot. О, гренадеры спрятались. Давай, бьем сюда. Давай добавим скорости. О, здесь двойные. Двойной отряд, значит, потери будут двойные. Давай. Да, пробивают двойными, двойные ряды. Хорошо, еще нужно. Я думаю, мы справимся. О, хорошо. И опять они бегут на сближение. Сейчас будем картечь.
Все, заряжаем картечь. И готовимся. Картечь, как известно, нужно применять правильно. Так, здесь пошла. Картечью нужно стрелять правильно. Вот сюда. И где-то вот сюда. Вот так надо стрелять картечью. Хорошо. Все стреляют, всем хорошо. Давай. Прикидываете прицел через центр отряда. Вот так сюда. Сейчас еще один залп, я думаю, они разбегутся. Так, эти побежали. Сразу же перецеливаем картечь. Вот, центр, видите, центр прям проходит. Такие потери уже не выдерживают. Ой, блин. Бегом. Так, здесь у нас... Ага, вот. Сразу же. Центр. Тут картечь за середину. Да. Блин, тут бесплатно у меня кто-то воюет. Бесплатно абсолютно. Ну, давай сюда. Вот, центр уничтожен. Побежали. Эти целятся сюда. А эти целятся сюда. Картечь вещь такая. Очень полезная, но нужно помогать своим. Не стрелять. Заряжаться. Так, здесь все нормально, стрельба идет. Теперь готовимся. Ну, здесь можно дать, да. Ага. Видите, она бьет по краешку отряда. Нас такой расклад не устраивает. Блин, и не устраивает, что с этой стороны мы не можем стрелять, залезть под эту, в засаду засесть. Ну чё, бутырцы? Помочь бы надо здесь. С артиллерия. Давай по этому кубику, это же гренадеры. Чё, бутырцы справитесь, нет? 96 наемной пехоты. Я же так называю наемную пехоту. Понятно, что это не как в Риме наемники. А заграничный легион. Возвращаемся на позицию и продолжаем. И продолжаем провоцировать их. У них нет выбора. Ядра летят по... Саш, просвистело. Давай. О, да, ой. У меня кава-то есть. Геннадий-то. Я бы Гену тоже использовал. Перезарядились бы вы, ребят. Так, гренадеры. Кто еще остался? А, в одном месте только сидит отряд.
Regiment of Foot. Давай натравим генеральчика сюда. Возьмем самые толстые три отряда. Даже четыре. Пойдем воевать. На шведов, рукопашку. Сейчас добавим скорость, я перемотаю. Сделаем так вот же. Так, пушки отрабатывают, пока генерал наш догоняет. Теперь гренадеры не просто так. Мораль у них серьезная. Отлично, аж через этот перекувырнулся. Ё-моё, как они перепрыгивают. Переваливаются. Падают. Обстрел идет. Пушка не отпускает. Не отпускает. И генерал сзади бежит. Надо успеть догнать вот до этого момента, пока нас не смогут достать. Эй, где нас свали? Хорош. Грохнули уже одного. Да, надо успеть. Shaken very tight. Они пытаются нас вывести на огонь. На огонь своих. Нет, я думаю, не стоит. Не стоит рисковать. Сейчас уже будет критическая дистанция. Все, ждем, когда наши подбегут. О, ни хрена себе. Ни хрена себе нас контратаковали. Этот отряд гренадеров, и мне пришлось развернуть генерала. Вот буквально доля секунды произошла после того момента, когда я нажал на паузу. Думаю, подождать, пока наши подбегут. Смотрю, они нас не хотят отпускать. Кстати, пока идем, то вот пушки-то могли бы отстреляться мне. Как говорится, не жалко. Снарядов-то не жалко. Но в результате наш генерал наказывает их капитана. Отправляет его на тот свет. Сейчас мы горделиво будем смотреть с горы на происходящее. Наши ползут, 4 батальона. Арта отстреливается. Может, даже они не Шейкин. Ну, Шейкин, я не знаю. Ну, можно с Геннадия, конечно, атаковать. Попробуем, что ли. Да, расчет верный. Расчет верный на потерю морали. Добьем. А вот наши результаты, да. Несмотря на все старания нашего генерала, заколбасил он 360 человек, но... А, вот лычку одну он получил при ударе по гренадерам, видимо, да. Хорошо, кто у нас там больше всех отличился-то? Пушки и генерал. Да, пушки сегодня хорошо. Мы даже практически кое-кто не вступил в битву. Кто-то даже не вступил. Хотя потери... Да, кое-кто что-то потерял. Так, фигня на самом деле. А, они живы. Блин, сейчас нас выгонят с города, да? Отключаем регион от налогов. Блин. Сейчас что-то здесь разрушат очень сильно. Крысы недобитые. Фуф, вся Швеция полыхает. Так, по деньгам. 4,5 на следующий ход. Слабенько. Торговля нужна. Морская. Так, Стамбул. Минус 4. 4800. Вашим услугам, ваше величество. Марш! Так, здесь. Смотрим по общественному порядку.
охренею, все развалено. Война идет, потому что везде. Блин, отправить этот флот, что ли? А, нет, вот этот. Отправим его торговать. О, у нас же эти, походу... Блин, британцы здесь. Здесь не утопят нас. О, здесь толстяк один плавает. Надеюсь, проскочим. Чё, они грабят нас, да? Это просто мрачно. Да, денег бы нам. Хочется хорошие корабли. Да, может проскочит в натуре. В арматуре. Так, два шлюпа вот этих возьмем. Отправим в Грецию. Не должно быть здесь каких-то предпосылок к захвату. Блин, ну что ты будешь делать? Доход падает. Почему? Банкротство. Банкротство. Банкротство должно исчезнуть. Иммиграция в колонии. 0,01%. Ага. Да, ход придется пережить. Смотрите-ка, доход добавился. Прикольно. Нам как-то надо починить по-умному наши разрушенные постройки. Так. Почему-то мы внизу. А, вот так вот, на самом бугре. Так, погоди. Во! Интересно. Будет ли в этом какое-то преимущество на тактической карте? Сохранимся. Это мы знаем. Так, это мы все знаем. Агент. А, вот, кстати, агент. Так, что-то у нас здесь повысилось. Григорий Жиганов. Steady on the fire. О, прикольно, плюс один морали. Вот этот вот Жиганов. Жиган Лимон, парнишка симпатичный. Плюс один к устойчивости на поле боя. Это прекрасно. Ходим, делаем ход. Тем более у меня начали соседи что-то сверлить. Ужасно. Так, нас догоняет британский флот. Нас догоняет британский флот, несмотря ни на что. Да, хоть мы и выскочили в открытое море, но прорваться пока не получается. Да, придется автобоем посчитать. Отступаем! Вон куда нас загнали. О, зато британцы исправно уничтожают пиратов. Пиратов, которые... Колбасится на торговых путях. Блин, ну я подозревал, что риск есть отправки этого флота. Жаль, конечно, пятого уровня кораблики были с двумя лычками. Ну ладно. Ох, ну навалилось. Навалилось у нас проблем. Скажу я вам. Так, здесь... Здесь у меня агент. Ну ладно, агент. Хрен с ним. С агентом. Опять зашел экспедиционный корпус бандитов-шведов. А, бандиты-шведы. Это уже у нас ребята, которые... Жду ваших приказов. Опять же, мятежники. Так, шведские мятежники. Разбомбленный порт.
Надо возвращаться. Что-нибудь еще? У нас 5000. Ё-моё, 4600. Ё-моё. Браузер строительства здесь есть, нет? Плюс один счастье, плюс один счастье знать, плюс один счастье бедные. 5% бонус, так, 5-15% бонус налоговый, 5%. 5% репрессии в регионе. Так, а почему у меня народ-то плачет? Погоди. А, так, сопротивление иностранным захватчикам падает. Так, реформы просят. Индустриализация. Но больше всего, конечно, сопротивление захватчикам. Но оно спадет. 8, да? 8. Нет, наверное. Если мы его починим. Плюс 1 будет счастье. Плюс 5 репрессии. Репрессии, репрессии. Допустим, мы его так ставим. Репрессии 3. 4600, да? Нет, мне проще сейчас. Мне проще сейчас, блин, на 2800 людей восстановить. Я и сам знаю, как с иноземной оккупацией бороться. Так, два куска у нас еще осталось. Ну-ка, ложки разведайте-ка, что здесь. О, как круто. Ой, как хорошо. У нас здесь еще... Так, подождите. Опять Або. Но на сей раз мы его не упустим. Так, вот на... А, вот ребята в подмоге. Сдавайтесь. Нет. Мортира у них. Сколько будет стоять это поселение? 4 хода. А мы подождем. Поселение в осаде. Вашим услугам, ваше величество. Мы подождем. 4 хода нормально. Мы как раз еще успеем армию восстановить. Так, убираем вот это все. На 2600, ни хрена себе. Нет, наверное, не надо пока здесь восстанавливать. Не будем пока восстанавливать армию, справимся и так сами. 1700. В Турции. Вот в Турции то же самое. 2700. Плюс 5. 18% налоговый бонус. 5 репрессий в регионе. Это здание 4 уровня. Давайте посмотрим, что у нас... А что у нас, например, в Москве? У нас резиденция губернатора. Так, 9. Дает бонус, я смотрю, бонус по этим. 12 бонус. Плюс 3 репрессии в регионе. Так, изучение военных технологий 4 балла. 2 юнита будет стоять в очереди. И это у нас здание 4 уровня. А в этой порту мы... Порту дальше мы никуда не построим. Она уже есть, да? 18% бонус. Интересно, а где у меня самое больше всего построенное здание? Ведь, блин, я имею в виду вот... А, вот.
Дворец губернатора. Ну нет, дворец губернатора. 4. А, вот здесь, все, понял. Смотрите, в обычном поселении дворец губернатора, там резиденция, а, да, дворец губернатора плюс 12 дает бонусы к такси. 3 к репрессиям в регионе. Все, в Москве мы можем построить здание до 3-7, до 7 уровня, и там будет очень круто. Все. Это в Москве. В остальных городах Military Barracks. Здесь все понятно. А, так, а в остальных городах. Короче, во всех городах до 4 уровня. Ну-ка давай порт. Починим лучше. А здесь будет, короче, если его починить, он 18 дает 18% бонус к налогам. Вот такого у нас родные здания не дают. Чем могу служить? Сейчас же. Да, сейчас же, блин, построить шельшахту. Войска то, что нанимать не будем, наверное. 1200. Давай. Так, население падает почему-то. 1700. Зашли турки к нам, кстати. А, еще. Сначала, прежде чем с турками разбираться, давай-ка. Что, сюда не можем плыть, что ли? А сюда? Да, можем. Все, уплыл. Отправил я его, раз уж там шлюпка поплыла, почему бы и нет. 5500. Мне кажется, все-таки это английский корабль грабил нас. Турок тоже нету, ни торговли, ничего. Все порты мы жгем. Полностью уничтожен. О, здесь ребята при наличии денег смогут нанять флот. Отдать концы! Все по местам, приготовиться к бою! Взяли, ребята, подождите! Готовы! По местам, приготовиться. Давай-ка. К бою! Готовы выполнять приказания! До самого основания! По местам, приготовиться к бою! Давай, пробежимся по старым. По старым нашим портам. О, да здесь все уничтожено просто в хлам. Ползет, что-то здесь пытается восстановиться. Смотри, что у меня звенят эти соседи, взбесились. Так, здесь уничтожено. Здесь вроде как тоже уничтожено все. Военные загнобили, все загнобили. Ладно, встанем опять на этом, на Крит. Крит же это остров, да? На Крит встанем, там пока подбазируемся, если что, задумают что-нибудь здесь замутить, мы их опять ликвидируем. Итак, ну что, турки зашли на нашу территорию, что-то у них тут сгорело. Давай-ка сюда шпиона, ну хотя бы так, как хочешь. Давай, беги, мне надо знать, что здесь происходит. Не хотелось бы, конечно, с ними. Не хотелось бы с ними сталкиваться. Ваш покорный слуга. Ну что там у вас? Блин, 600 метров бьет. Ну, приказа. А, у меня 800. Ага. К вашим услугам, сэр. Ну что, проскользнет он, нет? Вперед, марш! Да хрен-то он там проскользнет, не должен проскользнуть. Он вынужден будет атаковать. Не тут-то было, мы его здесь прикроем. Так, ну что у нас вот этот собирается? Многозвездочный генерал. Не с турками будет замес, это 100%.
Блин, когда же мы все починим в нашей империи, ё-моё. Так, здесь ждем 4 хода, здесь что-то мы чиним. А, людей мы... Сейчас всю Швецию разбомбит. О, скоро подчинится губернаторство. Это уничтожено. Ну, здесь... Ну, ё-моё, у меня еще соседи начали долбить. Ладно, тогда давайте эту серию закончим. А то у меня тут слишком жестко бомбит эта дрель наверху. И потом я запишу еще следующую серию. Ладно, всем пока.